a season of restoration. Итак, Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих, говорит нам следующее. Библия говорит: «И по причине умножения беззакония, не беззаконие вашей жизни, но беззаконие в мире». Беззаконие не говорит о моральном грехе. Это противление чему-то хорошему. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Это не спринт, это марафон. Ковид не будет определять наше поклонение Богу. Аминь. Мы будем звучать громче и гореть ярче, не стыдясь Иисуса Христа. Скажите «Аминь» и прославьте Господа за своей маской. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Прославляйте Господа. Меня не волнует, кто стоит за этим. Я знаю, что COVID — реальная болезнь. И мы, христиане, боремся с ней с помощью науки и веры. Мы используем здравый смысл, но то, что стоит за ним, закрыло весь мир всего за несколько месяцев. Если вы думаете, что до прихода Иисуса Христа еще много времени, если вы думаете, что Бог не может поделиться Евангелием со всем миром быстрее, чем COVID захватил этот мир, вам стоит проснуться. Сейчас не время для того, чтобы быть теплым, посредственным, отступать и держаться подальше от служения Иисусу Христу. До возвращения Господа Иисуса Христа произойдет величайшее излияние Духа Святого, какое только видел этот мир. Нас ждет величайший урожай душ в истории этого мира благодаря силе Духа Святого. Я хочу, чтобы кто-то в Блумфонтейне и у себя дома прославил Господа. Я вижу вас на экране. Уверен, что из Департамента здравоохранения к нам также пришли христиане. Уберите свою камеру и прославьте Господа. У меня нет проблем с работой напрямую. Он не вернется за церковью, которая боится, которая сидит на обочине. Он вернется за церковью во славе, в силе и победе. Это церковь, которая будет проповедовать Евангелие Иисуса Христа, открыто и без извинений. Я услышу «Аминь» во имя Иисуса Христа. Это длится 15 месяцев. Когда я в прошлый раз встречался с президентом, он сказал, что COVID продлится еще 2, а то и 3 года. То есть вы хотите сказать, что мы, христиане, не можем обеспечить безопасность и поклоняться Богу ответственно, так же, как таксисты, которые должны следить за своими машинами, или как рестораны, которые должны соблюдать протоколы безопасности? Вы хотите сказать, что церковь, где собираются самые послушные люди, не может справиться с этим на протяжении 2-3 лет? Вы хотите сказать, что нужно снова закрыть церкви? А какими будут последствия этого вечности? Кому-то придется дать ответ. Бог не вернется за напуганной, теплой, посредственной церковью. В книге «Деяния» мы видим церковь, которая родилась во времена величайших гонений. Это был угнетающий режим. Иисус Христос был распят за то, что нарушил протокол, за то, что делал добро. Я не цепляюсь к Департаменту здравоохранения, но вы должны знать, что психика людей важнее материального благосостояния. А духовное благосостояние людей будет определять материальное благосостояние людей. Если вы будете вмешиваться в духовное, вы вмешиваетесь и в материальное. Услышьте меня. А теперь Откровение 3 глава 14 стих. Библия говорит: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши».
Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, лучше быть грешником, чем теплым святым. Войдите двумя ногами в церковь Иисуса Христа, если вы все еще сидите на заборе. Слезьте с забора. Если вы держитесь за ключи своего дома, отдайте Иисусу ключи своего дома. Я услышу аминь во имя Иисуса. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя, выблюю тебя. Это современный перевод. Из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, а не зная, что ты несчастен и жалок и нищ. И слеп, и наг. Советую тебе, вот что Бог говорит своей церкви, купить у меня золото огнем очищенное. Скажите «огонь». Христианство не может быть без огня. Это не вопрос разума. Это не психическое развитие, это не религия, это не культурная практика. Это люди, которые рождаются свыше от Духа Божьего. Иисус Христос, Господь над всеми. Вы наполняетесь и креститесь в силе Духа Святого. Бог берет вас и меняет вас. А вот та церковь, которая нужна людям, которая нужна христианам в это время, без оправданий. С уверенными христианами, которые любят и говорят только о Боге. Наш мир страдает, а люди страдают из-за бедности. Я поражаюсь тому, что никто не хочет говорить о тысячах людей, которых мы кормим каждую неделю, о наших приютах. Все это мы делаем для людей, но никто не хочет рассказывать об этом. Почему? Почему не рассказать правду о том, что мы делаем? О том, сколько детей мы кормим? О скольких сиротах мы заботимся? О приютах, которые мы построили? О наших школах? Вот какова настоящая история. Но сегодня люди не хотят говорить об истории Евангелия Иисуса Христа. Они готовы говорить о всем, лишь бы не о Боге. Многие из них находятся во власти. Я хочу сказать вам, когда вы однажды умрете, то не умрете со своим титулом или своим положением. Президенты бедные умирают одинаково. Как у креста Иисуса, все оказываются равны. И когда вы сделаете последний выдох, вы не останетесь президентом, миллионером, а вы будете как все, вы умрете как последний бедняк, вы умрете как тот, у кого нет никакой власти, вы умрете как все и предстанете перед судьей, перед Богом, дадите отчет. Вот почему вам стоит быть предельно внимательными с теми решениями, которые вы принимаете касательно Царства Божьего. Сказано, советую купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Вы можете стоять оправданными кровью Иисуса Христа. Вы сможете стать чистым. Сказано, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Сейчас много слепых людей. Знаете, Антихрист действует в духе обмана. Если вы изучали книгу Даниила и Откровения, то знаете, что Антихрист придет подобно Христу. Антихрист первые 3,5 года будет нести царство мира. Не войны. Первые 3 года он будет пытаться заменить Христа. Одно из величайших знамений начала времени Антихриста — это нападение на все святое. А к этому относится и Церковь Иисуса Христа. Когда церкви не будет в обществе, мы спасем вас, обеспечим безопасность. У нас есть сотни докторов в церкви. Мы следуем правилам социальной дистанции, санитарных норм и всего остального. Но вам стоит верить в большее. Вам стоит верить в Бога Живого.
Я видел, как здоровые умирали. Я видел, как здоровые молодые люди умирали от сердечного приступа. Я видел, как дети умирали без причин. Я видел, как старики, которые пьют и курят каждый день, проживали до 100 лет. Вам стоит жить так, словно Иисус может прийти в любой день. Осознайте, что ваша жизнь — это пар. Свои 70, 60, 30 лет вы не можете позволить себе стать теплыми и следовать за Иисусом, между прочим. Однажды Иисус вернется, Библия говорит о 10 девах. Они были девами. 5 были готовы, а 5 нет. Многие люди не готовы сейчас. Многие люди охладели, стали теплыми. Многие люди охладели от ковида. Вы можете смотреть на меня как хотите. Меня это не волнует. Я пастор. Я постоянно имею дело с людьми. Я вижу, как люди потеряли любовь к Иисусу. Я не критикую вас. Я не говорю, что вы стали причиной ковида. Но если вы думаете, что можете поклоняться Богу до конца жизни через экран, вы ошибаетесь, братья и сестры. Это все равно, что жить в браке с женой по компьютеру. Из этого ничего не выйдет. Бог создал нас социальными существами. И часть травмы, которую люди переживают сейчас, — это изоляция. Когда человека хотят наказать, его садят в изолятор. Мы должны научиться справляться с этой болезнью ответственно. Потому что она может пробыть с нами еще некоторое время. Мы здесь не для того, чтобы играться в христианство. Иисус придет снова. Сказано, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Что означает покаяние? Это когда вы разворачиваетесь, возвращаетесь к Богу, возвращаете огонь. Сказано, вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Это выбор. Бог никогда не заставляет нас. Когда мы приходим во дворы Божии, то осознаем, что мы потеряли себя, что мы не такие, какими должны быть. Я отошел, я стал христианином, который ищет комфорта, я стал теплым, мне нужно, чтобы Бог снова прикоснулся ко мне, мне нужен Божий огонь. В моей жизни появились вещи, которых не было, когда я горел. Вот почему нам нужен огонь. Нам нужно не консультирование, а огонь. Нам нужно крещение огнем. Нам нужна сила Духа Святого, чтобы сжечь солому и сорняки. Позлите дьявола, но сделайте это безопасно. Прославьте Господа Иисуса так громко, как можете. Итак, в последние дни будет две категории христиан. Первая — это те, которые охладели. Можно было учуять с большого расстояния, потому что это был ужасно грязный город. Там был такой уровень греха, что мы даже не можем себе этого и представить. Мир не стал хуже в вопросе греха. Но в вопросе беззакония я даже не говорю о том, что вам запрещено владеть оружием для самозащиты. Женщина может сама жить в доме и не может владеть оружием для самозащиты. А преступники, которые приходят изнасиловать ее, владеют оружием. Им хватает 10 минут, чтобы сломать ее дверь, а у нее нет оружия для самозащиты. Что это означает? Почему добро больше не может быть добром? Почему праведный больше не может защитить себя? Почему у преступника больше прав, чем у невинного? Почему так? Настало время, чтобы праведные поднялись, чтобы церковь поднялась, чтобы ваш голос услышали во имя Иисуса Христа. Ведь если мы не будем светом, тьма захватит нас. Если мы не будем светом, тьма захватит нас. Вы не можете сидеть в углу, прятать свой свет и говорить: «Бог контролирует все». Нет, брат.
Бог контролирует все через свою церковь. Иисус пришел, чтобы создать свою церковь. Церковь — это его голос в обществе. Церковь вместе с правительством может искоренить бедность до 2030 года, но не отстраняйте церковь. Я говорю нашему правительству, не удаляйтесь от церкви. Спрашивайте с нас, как мы спрашиваем с вас, зачем вы пытаетесь сделать что-то тайно. Я вообще не понимаю. Ваши намерения выглядят сомнительными. Приходите к нам, мы постоянно пытаемся поговорить с вами, а вы закрываете двери. Люди, которые охладевают, теряют свою любовь к Иисусу, они теряют ревность по Богу. Кто-то или что-то становится для них важнее. Например, политика. Я за политиков, но слава Богу, что он не послал политика, чтобы спасти мир. Они теряют ревность по Богу. Кто-то или что-то становится для них важнее. Например, политика. Я за политиков, но слава Богу, что он не послал политика, чтобы спасти мир. Я служу пастором уже 34 года и встречался с 7 премьерами. Они приходили и уходили, приходили и снова уходили. Президент придет и уйдет, законодатели придут и уйдут, но церковь Иисуса Христа должна остаться. Иисус вернется однажды за своей церковью. Он не придет за политической партией. Вы сперва христианин, а потом уж работник Министерства здравоохранения. В нашу церковь входит несколько министров, и у нас бывают интересные дискуссии. 90% министров были за безопасное открытие церквей. Почему вы против этого, скажите? Миллионы наших зрителей должны знать правду. Вторая группа в церкви — это те, кто претерпит до конца. Ничто не лишит их веры. Они горящие лампы. Я говорю про вас. Я говорю, они горят. Они не теряют ревности. Не теряют свои хвалы и поклонения, свои жертвы. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. Они живут ради Его славы. Крест передо мной и мир позади меня. Есть лишь одно решение для нашего мира. Огонь Божий, который обещал Иисус. В тот день даже мои кости спасут кого-то. Мои кости будут проповедовать. Даже если вы сожжете меня, мой пепел будет проповедовать во имя Иисуса. Ничто не заставит меня замолчать. Послушайте, наше дело правое. Мы — надежда миру. Только мы можем помочь людям попасть на небо. Никакое правительство не поможет людям попасть на небо. Только Церковь Иисуса Христа. Мы должны заботиться о телах, а также о духовных сущностях. Ведь когда ваше тело умрет, ваш дух отправится на небо или в ад. Второго шанса не будет. Церковь не может молчать. Послушайте. Многие наши церкви закрыты, потому что не могут исполнить требования. Эти требования настолько велики, что мало кто может исполнить их. Нет ни единого бизнеса, который работал бы на нашем уровне обеспечения безопасности. Я говорю не только о санитайзерах и социальной дистанции. Мы тратим сотни тысяч каждый месяц, чтобы наши системы вентиляции работали правильно. Мы постоянно проверяем, меняем фильтры, чтобы в нашем здании не было ковида. Покажите мне еще кого-то, кто делает это. Любой бизнес, а Иисус пришел с заданием спасти вас. Не просто, чтобы вы попали на небо. Он желает, чтобы вы горели. Он пришел, чтобы дать вам огонь. И чтобы огонь разгорался через вас. У меня осталось лишь 10 минут. И вот вам Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. «Иоанн сказал, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня». Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Люди постоянно говорят мне, «Пастор, у меня такая проблема, и вот такая». А я отвечаю им, «Тебе нужен огонь, приди во дворы Божии». Прими огонь, потому что мухи не садятся на горячую сковородку. Тебе нужен огонь, наполнись Духом Святым.
пусть огонь Божий вернется в твою жизнь. Если вы не крещены Духом Святым, то суть Пятидесятницы именно в этом. Это не мурашки. Это когда Бог зажег свою церковь, чтобы она изменила мир. Он желает, чтобы мы были голосом социальной справедливости, равности, водительства, светом среди тьмы. Голосом, который будет давать надежду отчаявшимся, нести исцеление сокрушенным. Сейчас самоубийства достигли небывалых высот. Хотите, чтобы я озвучил статистику? Это вы должны ее озвучивать. Депрессия. 70% подростков признают, что у них есть проблемы с депрессией. Все потому, что вы забрали у них Христа. Евангелие от Луки, 12 глава. Если вы прочитаете 49 стих, то там в Библии говорится: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Этот огонь обеспечивает будущее Божьего Царства. Не нежный Иисус. Иисус был человеком, который горел. Библия говорит: «Ревность о доме твоем снедает меня». Он был ревностным человеком. Вы не могли заткнуть ему рот. Вы не могли задавить его. Он не был нежным Иисусом, который изображен в вашей Библии, худым, бледным, в светлой одежде и с маленькой овечкой под рукой. Он не был таким, братья и сестры. Он был Богом и человеком во плоти. Он был Господом и Богом на земле. Он был бесстрашен. Он проповедовал Евангелие без извинений. Он исцелял сокрушенных сердцем. Он показал церкви, что мы здесь не ради себя, но для того, чтобы исцелять сокрушенных, спасать потерянных, очищать прокаженных, помогать бедным. Вот почему мы здесь. Люди, не крещенные Духом Святым, поглощены собою. Дух Святой должен выжечь эгоцентричный фокус из нас. Большинство людей занято лишь собой и своими детьми. И к черту всех остальных. Буквально. Все дело во мне. Но это не то христианство, которое принес Иисус. Он принес христианство, которое должно изменить вас изнутри, открыть ваши глаза на мир и на боль других. Вы можете помочь тем, у кого нет ничего. Если можете, вы создаете рабочие места для тех, у кого нет работы. Ваша жизнь должна выходить за пределы вас самих, а не фокусироваться на себе, чтобы переживать мурашки, о которых ничего не говорится в Библии. В Библии нет эгоцентричного христианства. Есть какая-то странная версия, которая разрушила влияние церкви. Она говорит, что все дело в твоих благословениях и материальном статусе в жизни. Богу нет никакого дела до вашего статуса. Он сказал: «Я благословлю тебя, чтобы ты был благословением». Вот что делает огонь Божий. Огонь Божий позволяет вам смотреть наружу. В Откровении сказано, что Он даст нам глазную мазь, чтобы снова видеть, не просто видеть себя, свою боль и страдания. Когда огонь приходит, Он исцеляет вашу боль. Он освобождает вас от эго, чтобы вы смогли стать сосудом избавления для других. Он исцеляет вас, чтобы вы стали руками исцеления. Он забирает страх и дает вам свою смелость. Если вы еще не восстановили свои отношения с Богом, где бы вы ни были, знайте, что Бог вовсе не против вас. Бог за вас. Я помолюсь за наших зрителей, а потом моя дочь выйдет и помолится за тех, кто в зале. К сожалению, мне нужно бежать. Мне бы хотелось, чтобы меня переносили как Филиппа. Кто-то спросил меня: «Как ты попадешь туда?» Если дослушаете, то узнаете. А сейчас давайте помолимся. Положите руку на сердце и скажите: «Господь Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что любишь меня. Спасибо, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты Христос. Сегодня я отдаю все Тебе.
Спасибо за новое начало. Спасибо, что Ты возлюбил меня таким, как я есть. Я Твое дитя. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте поприветствуем этих людей. Многие смотрят нас по всему миру. В России нас смотрит 7 миллионов человек. Это много людей. Они слышат все, что я говорю здесь, в ЮАР. В Индии нас смотрят в 300 миллионов домов. В Индии и Пакистане. Это удивительно. Бог открыл нам двери возможностей. Мы не будем проповедовать Евангелие вяло. Я люблю вас. Приходите в свои церкви. Пусть Бог благословит вас. Аминь.